Автор Марилов Дмитрий Сергеевич. Министру по инвестициям и развитию Исекешеву. Категория «Малый и средний бизнес». Здравствуйте, Асет Рантаевич. Наша компания является производителем промышленных взрывчатых веществ. На рынке Казахстана мы реализуем свою продукцию уже более 15 лет. В целях развития бизнеса мы планируем выход на рынок Таможенного союза, в связи с чем возникает ряд вопросов касательно лицензирования продукции. Мы планируем поставки нашей продукции в Российскую Федерацию и Кыргызстан. Следовательно, необходимо ли нам, как поставщику, оформлять экспортную лицензию, а нашему потребителю, как покупателю, лицензию на импорт? Уважаемый Дмитрий Сергеевич, настоящим сообщаю, что соглашение о правилах лицензирования в сфере внешней торговли товарами вступило в силу 1 января 2010 года. Оно определяет порядок выдачи лицензий и разрешений на экспорт или импорт товаров, включенных в единый перечень товаров, которым применяются запреты или ограничения на ввоз или вывоз государствами-участниками Таможенного союза в рамках Евразийского экономического сообщества в торговле с третьими странами. Для получения лицензии на экспорт продукции, подлежащей экспортному контролю, заявитель предоставляет пакет документов, в том числе гарантийные обязательства от уполномоченного государственного органа страны грузополучателя. По пути следования автотранспорта с нашей продукцией государственные органы, вовлеченные в систему экспортного контроля, в частности правоохранительные органы, при необходимости могут проверить наличие лицензии. В программе ДКБ 2020 есть отдельное направление, третье направление называется, снижение валютных рисков предпринимателя, где она чисто направлена на создание экспортоориентированных компаний. То есть в рамках данного направления экспортеры, имеющие достаточно иметь валютную выручку не менее 10%, и данная категория предпринимателей может субсидировать полученные кредиты как в тенге, так и в долларах США.